В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Приморского подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших сбыт поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей на территории Дальневосточного региона. Ранее в Находкинскую дежурную часть полиции обратилась 35-летняя сотрудница банка с сообщением о том, что местный житель принес для проверки на подлинность 2 5-тысячные купюры. Проведенная проверка выявила признаки их неплатежеспособности. С подобным заявлением в полицию обратился и 28-летний житель Находки, который продал компьютер покупателю, расплатившемуся с ним поддельными 5-тысячными купюрами. Также зарегистрированы аналогичные сообщения о сбытии фальшивок в городах Находка, Большой Камень, Артем и поселке Смоленинова. Подозрению в совершении преступления в сфере экономической деятельности сотрудники полиции задержали в гостиничном комплексе города Артема двоих ранее судимых мужчин в возрасте 53 и 54 лет. Подозреваемых доставили в отдел полиции. В ходе обысков у них изъято 5 5-тысячных купюр с признаками подделки и 4 мобильных телефона. Автомашина марки Toyota Prius, на которой задержанные передвигались по краю, помещена на стоянку временного задержания транспорта. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В общей сложности установлен сбыт 20 поддельных купюр на сумму 100 тысяч рублей. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к совершению аналогичных деяний в других городах и районах Приморского края. За сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Олег Завьялов, новости на Восьмом.